Как стало известно накануне, чиновники Серовского ГРОНО настойчиво предлагают родителям трех оставшихся в закаквинской глуши школьников перевести детей на дистанционное обучение. Готовы даже за казенный счет приобрести для учеников ноутбуки. 260 тысяч на приобретение техники можем выделить. Уточнил в комментариях УРА.РУ начальник городского управления образования Александр Колганов. И помолчав добавил, что родители наотрез отказываются от дистанционного обучения. Молодая женщина Анастасия Пристав, мать одной из школьниц из той части Филькина, что осталась без моста через Какву, подтверждает, что не хочет, чтобы ее дочь выросла дикой. Девочка должна в школу ходить и со сверстниками общаться, уверяет женщина. К тому же, по словам Анастасии, у них на острове только в их дом проложен интернет, а у соседей его нет. К тому же скоро зима наступит, и она не знает, что будет с ледовой переправой. «Если зимой лед на речке будет слабым, буду жаловаться в прокуратуру», заявила женщина, общаясь с журналистами. Она намерена продолжать борьбу за строительство нового моста вместо разрушенного. А история филькинских приключений с мостом не раз освещалась в СМИ, не будем повторяться. Серовские чиновники утверждают, что строить новый добротный мост через Какву нецелесообразно. Местный люд, не особо полагаясь на лодочную переправу, соорудил вместо разрушенного моста лесенки-чудесенки. В дождь скользкий, а зимой, когда доски под ногами обледенеют, вообще, вероятно, непроходимый. Какой родитель отправит ребенка в школу по такому самоделкиному мосту? Тем более, что темнеет нынче рано, и школьники запросто в воду могут свалиться. Впрочем, у закаквинских семей есть альтернатива – переехать в жилье на другом берегу. Правда, по словам Анастасии, им за речкой предлагают заброшенные дома, в которых бродяги обитают. Жить в бомжатниках никто не хочет. Хотя Серовская администрация все настойчивее говорит о переезде за реку. Похоже, это еще не конец многосерийной филькинской мелодрамы про мост, которого больше нет.